Всем привет! Сегодня будем красить яйца на Пасху без помощи каких-либо химических красителей. Используя всего лишь натуральный, сравнительно недорогой чай каркаде, мы получаем красивые мраморные яйца синего цвета с фиолетовым оттенком. Способ очень простой и быстрый. Заранее варить и настаивать ничего не нужно. Список всего, что нам понадобится, смотрите в описании под видео. Помещаем каркаде в небольшую кастрюлю, заливаем водой комнатной температуры и отправляем на огонь. Чтобы быстрее закипело, накрываем крышкой. Как только чай закипит, добавляем в него столовый 9% уксус и закладываем хорошо вымытые с мылом сырые яйца белого цвета. Для сравнения я возьму одно коричневое. Варим яйца на небольшом огне, не закрывая крышкой, 10 минут. Все это время яйца должны быть полностью покрыты жидкостью и лепестками каркаде. И желательно их в процессе варки несколько раз перевернуть. Спустя 10 минут выключаем огонь, но яйца из заварки не вынимаем. Дальше берем пленку для пищевых продуктов. Выкладываем на нее немного лепестков каркаде. Сверху помещаем яйцо. Добавляем еще каркаде. А затем плотно заворачиваем. Такую процедуру повторяем со всеми яйцами. Следите, чтобы оставшиеся в кастрюле яйца были полностью закрыты жидкостью и каркаде. С белыми я уже закончила, теперь черед коричневого. Как видим, оно тоже неплохо окрасилось. Завернем его также в пленку с каркаде и потом сравним конечный результат. Даем яйцам полежать 2-3 минуты. А затем снимаем пленку и убираем каркаде. По мере высыхания яйца меняют цвет с серого на синий. Проступает рисунок, яйца становятся яркими и красивыми. Теперь посмотрим, что у нас с коричневым яйцом. Оно тоже хорошо окрасилось, имеет мраморный рисунок, но немножко тусклее, чем белые. На мой взгляд, все же лучше брать белые яйца. Чтобы наши яйца стали еще ярче, натираем их подсолнечным маслом. Для этого капаем немного масла на руку и обкатываем каждое яйцо в ладонях. Затем промакиваем салфеткой. Вот и все. Пасхальные мраморные яйца без химических красителей готовы. Как можно еще красиво покрасить яйца на Пасху, смотрите в подсказках. Ссылки также есть в описании под видео. Вкусной вам Пасхи, красивых яиц и хорошего настроения! Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!